М2 накопитель. Я покупал его 2,5 года назад на китайской интернет-площадке фирмы Kingspeak. Эта фирма находится, естественно, в Китае. Производит она именно М2 и другие SATA какие-то диски твердотельные. У них целая линейка. Фирма, в принципе, когда я 2,5 года назад покупал, для меня она была абсолютно неизвестная. Единственное, что я знал, что она производит все это на своем личном заводе, но ставят микросхемы памяти различных фирм. То есть вот здесь у нас стоит память в квадратике буква S, я даже не знаю, что это за фирма. Но недавно я приобрел, опять же, накопитель этой же фирмы, только большой 2280 на 512 гигабайт. Самое интересное, что под наклейкой у меня был накопитель, микросхема была фирмы Micron. Micron — это российский производитель микрочипов, который, по-моему, в Калининграде находится. Поэтому делаем вывод. Фирма закупает... кстати, еще бывают Toshiba. У меня товарищ покупал тоже эту же фирму, и там микросхемы стояли Toshiba. То есть делаем вывод, что фирма закупает качественные компоненты и просто устанавливает их на свою плату и производит. В принципе, это хорошо. Но возвращаясь конкретно вот к этому. Здесь у нас 128 гигабайт. Покупал 2,5 года назад. Наработка на данный момент 2 года по часам. Прошло через этот накопитель больше 300 гигабайт. И до сих пор все работает. По программам тестирования по здоровью. Это такой параметр здоровья накопителей. Чем ближе к 100, тем, естественно, лучше. Максимальное 100. Так вот, спустя 2 года использования различные программы тестирования показывают 100% здоровья этого SSD-диска. То есть, получается, он здоров, и никаких нареканий к его работе нет. Кто его знает, что будет дальше, но, по крайней мере, на данный момент все работает. Поэтому делаю мой личный вывод. Фирма... Ну, не могу сказать, серьезная, несерьезная, но, по крайней мере, делает качественный товар. Может быть, конечно, брак и встречается, но вот я столкнулся с хорошим качеством. И делает хорошие вещи из хороших компонентов, которые закупают у известных фирм. Теперь о плохом. Недавно товарищу настраивали компьютер. Он приобрел себе тоже, получается, М2 накопитель от фирмы Kingston. И получилось так, что мы его подключили, он здоров был на 100%, все было хорошо. И мы попытались на него установить Windows. Сначала установили один Windows, потом второй, ну, друг не мог выбрать. В итоге 2 раза мы его отформатировали, и в итоге установили 3-й Windows. И мы очень удивились, когда программы тестирования показало, что здоровье этого диска с 2 форматированиями фирмы Kingston показало нам сразу 99% здоровья. Хотя через него прошло, по-моему, там не более 10 гигабайт запись чтения. Вот меня это, конечно, удивило. Ну, гарантия на него 3 года, посмотрим, что будет. Но вот это, конечно, уже не очень хорошо. Конкретно вот этот вот М2 мы форматировали где-то 5 раз, ну, вот за 2 года. И никаких проблем с ним нет. Делаем выводы.